Когда отправляли проект на конкурс, особой надежды на то, что он получит поддержку, не питали, говорит Валентина Николаевна. Поэтому, когда пришла новость о получении гранта, это стало новогодним подарком для всех клиентов организации. В современном обществе, когда социализация людей с ОВЗ идет полным ходом, оставаться в стороне от прогресса недопустимо, говорят здесь. У кого-то, допустим, нет компьютера, или кто-то вообще не учился и не хочет этим заниматься, и вообще вот ему это не надо. Но пришло время, вот надо отправить документы там, в другой город, в больницу, там, в поликлинику или еще что-то. Как? Он придет в этот кабинет, ему все это сделают, отправят. Сейчас в обществе инвалидов готовятся к перестройке. Компьютерный класс сделают в помещении бывшей парикмахерской. На средства гранта закупят компьютеры и другую оргтехнику. И в ближайшие 10 месяцев проект будет реализован. 400 человек обучить. Люди это будут как бы инвалиды не только города, но и района. Угу. Проект рассчитан. Почему именно район взяли? Может, такой вопрос возникнет, что вот общественная организация города вроде как бы и район. А потому что у нас уже есть такие проекты, которые, в которых мы задействовали всех людей с ограниченными возможностями, города и района. Группы будут разбиты по 10 человек, а занятия начнутся в январе 2018 года. На сегодняшний день среди инвалидов уже есть желающие обучаться. Класс останется здесь и после реализации проекта.